Здравствуйте. Наступила осень, и пора заняться, или, как сказать, задуматься о подготовке винограда к уложению его на зимовку. Для этого прежде всего необходимо посмотреть, вызрела ли лоза. Вот сейчас мы смотрим, это плевень. В розе еще есть, хоть уже и октябрь месяц, лоза здесь хорошо вызревает. Вот лоза коричневая. Таких лозьев не нужно уже никакой подкормки, потому что она вызревает. Почки, как мы видим, есть закладка на будущий урожай. Все тут нормально. Вот сейчас посмотрим на Сашеньку. Сашенька вот тоже есть почечки. Все нормально, закладка есть. И почки, все, и лоза созревает. Но если вот, вот такие зеленые, конечно, они не сохранятся. И для этого необходима подкормка калия, магнезия, тористыми удобрениями. Можно и под корень, или не корневую подкормку по листьям. Листья уже желтеют, но воспринять удобрения они способны. На улице сегодня тепло, погода солнечная, хорошая выдалась. И поэтому необходимо заняться этим. Будем вносить своевременно удобрения, чтобы на следующий год получить необходимый нам урожай. Вот мы видим Страшенский. Страшенский тоже хорошо вызрел. Но я в свое время вносил во второй половине, можно сказать, августа, еще подкармил ее калиевторисами и удобрениями. И поэтому хорошо лозья вызревают. Мы, как видим, вот везде коричневые, вот хорошие лоза, зрелое все, коричневое. И высота их достаточно. Ну, я делал вот по методу свиса, вот наращивал больше. У меня побеги где-то достигали метров, ну, не менее 4-5 метров были побеги. Я их срезал. В конце августа делал обрезку, прекратил рост. И вот они, обрезка уже высокая. Вот это, конечно, будет обрезаться, но мне лишний не нужно. Вот так оно все выглядит. Поэтому проявляем заботу о винограде, чтобы на следующий год нам тоже надеяться на хороший урожай. Плевен еще у меня есть, Лидия розовая или Изабелла, как говорят, она еще висит у меня. Но подкормки в этом оно не нуждается, потому что все благополучно здесь. Ну вот, вот такой маленький обзор виноградника, что необходимо для него. Вроде бы все нормально. Всем желаю удачи. Подписываемся на мой канал, если желаете знать, что нового происходит на моем канале. До свидания.